Я видео снимаю, это шутка была. Всем привет, меня зовут Жора, и сейчас я буду звонить своим знакомым и разыгрывать их. Алло. Алло, привет. Короче, мне нужен твой совет. Что? Шампунь кончился, хочу волосы хворкой помыть. Жор, ты смеешься? Нет, я на полном серьезе. Ничего не будет? Ничего не будет? Ну так это ж хворка. Жора, ты тут прикалываешься, да? Я не прикалываюсь, на полном серьезе. Шампунь, говорю, кончился. Купи новый. Так у меня денег нету. Ну так хворкой хорошо будет? Алло. Алло, Макс, чё, ты где, дома? Да. Короче, мне нужен твой совет. Чего? Совет твой нужен. Ну? У меня, короче, рука в банке в 5-литровке застряла. Чё делать? Рука в 5-литровой банке застряла. Ну? Чё мне делать? Каким образом? Ну, за огурцами лез. Ну, и что ты собираешься делать? Ну, я не знаю. Да, попробуй, ладно, масло, может, вытащишь. Ладно. Да. Ладно, ну, все, давай тогда, пока. Позвони, скажи, как. Хорошо, давай. Ну, пока. Алло, привет. Привет, что ты говоришь? Короче, ты что, не в курсе, школу на карантин закрыли? А ты выйдешь? Вот это поворот! Школу, говорю, школу на карантин закрыли. В классе у вас кто-то заболел, и школу на карантин закрыли. Знаешь? И на сколько? На одну неделю где-то, пока проверка будет. Мне сейчас классная руководительница позвонила, сказала. Да блин, тебя чё это только интересует? А? Всем там скажи, чтобы не ходили в школу. Хорошо. На одну неделю, короче. Да, хорошо. Я тебе кое-что хочу сказать. Еще. Я видео снимаю, это прикол был. Ага. Чё, ага, ты чё? Как ты отреагировала? Скажи хоть что-нибудь! Алло, ты где? Я на... Короче, ты в курсе, что школу на карантин закрыли? Что? Школу на карантин закрыли. Как закрыли? На одну... Не ори, пожалуйста, а? Хочешь, позвони Наталье Викторовне. Она мне позвонила, сказала всех предупредить, на одну неделю не ходить. Закрыли. Ну позвони ей, спроси. Она мне позвонила и сказала, чтобы всех предупредить. На одну неделю. Вон там в Г-классе заболели. В Г-классе заболели? В Г. А на сколько раз, сколько закрыли? На одну неделю закрыли. Да. Вот, я тебе... Я тебе еще это... Скинул трубку. Алло, это шутка была, я видео снимаю. Что? Я видео снимаю, это шутка была. А он обрадовался, что в школу уже не надо ходить неделю. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А все социальные сети, где вы можете меня отыскать, внизу в описании. Ну а я с вами прощаюсь, до скорых встреч, всем пока!